Друзья, у нас в лесу есть такой рукотворный оазис. Кто его сделал, никто не знает. Очень красивый. Такая вот горочка тут из камушков. Тут так много видов разных цветов, и весенних, и осенних. Вот. Люди тут складывают чего-то в ящик, раскрашенный ромашками. Тут они жгут костер. Тут еще какие-то цветочки всякие интересные. Вот волжанка огромная. Вот. А вообще-то я в лесу, вот кому интересно. Это Домодедовский район, Подмосковье, на нашей даче. Вот такие три бочки стоят, какие-то декоративные, а на них домик для птичек, который люди кладут еду. Вообще вот я в лесу. Тут очень красиво у нас, здорово. Вот кроме вот такой, еще вот другая есть какая-то клумба. Я смотрю, тут хосты, папоротники. Сибирский ирис, еще чего-то, какая-то такая дорожечка идет. Ну вот это, конечно, шедевр, я считаю. Замечательно. Тут пионы наверху, флоксы. Какая-то очеток, бадан. И много разных примул одного цвета. Веселенько так, красиво. У нас тут дубы. Чуть подальше сосны и ели. Вот электричка проходит рядом по Верецкому направлению. Сейчас май 23-го года.